Вопросы реализации закона республики об ответственном родительстве обсудили сегодня в Якутске. На встрече приняли участие представители министерств, руководители различных общественных организаций и советов. Напомним, республиканский закон был принят в марте этого года. В рамках круглого стола обсудили вопросы реализации закона, правильное его понимание родителями, а также важное значение таких мероприятий, как, к примеру, выездные родительские семинары по повышению ответственности родителей. Согласно и национальной стратегии действий в интересах детей, и нашей республиканской такой же стратегии, планы мероприятий и этого закона, ну, предполагается таким образом у нас, чтобы все-таки родители были компетентны, чтобы они были образованы. И защита прав детей и защита прав семьи, она происходила без вмешательство государства, но вместе с тем, когда происходят такие вопиющие случаи, чтобы такие явления в нашей жизни исключить. Поэтому вот понятие такого всеобуча, родительского всеобуча, это очень важное направление.